Господи, не трезвей! Что тут у тебя? Приданские вареники. Наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Что от меня? Ладгерн в моем заведении? Не может быть! Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махакамская работа, а? Дюймов 40 будет. Специалист по мечам. Ты должна быть Эйвор Хатори. Ха! Вот меня и раскусили. Да, он самый. Геральт из Ривии. Я слышал о тебе много хорошего. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Вкусно. Я рад. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно, ты хоть иногда куешь что-нибудь? Откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники, надо же жить на что-то. Но грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот гребаный Ван Хорн... Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Ох, ё, сколько же у тебя тут мечей, и непростых. Оставил себе несколько на память. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше. А главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но... Все поставки идут через Эрнста Ван Хорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. И кто такой этот Эрнст Ван Хорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить, у другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбанный нелюдь, донести властям, что тот говенкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушу, вел переговоры, только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака, а в Новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу. А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма! Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя, может, если бы ты помог мне в этом деле. Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу в качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Ну да. Его-то эмбарго тесака не сильно заботит. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. Но может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкую тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю.
Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, трибушет или там катапульту? Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет, у журавля в доках. Тяжко. Ой, тяжко. Приветствую. Это здесь? Привет, ведьмак. Немного дальше. Ты готов? Веди. Отлично. Сюда. Человека-короля нищих зовут Жесть. Что ты о нем знаешь? Немного. Его легко рассердить, так что торгуйся осторожно. Он нам нужен больше, чем мы ему. Ты должен был прийти один, эльф. Это кто такой? Заботливый друг. Ах, да. Добро. Значит так. Шеф говорит, раз уж идти на открытый конфликт с тесаком, это дело должно окупиться. У нас одно предложение. Торга не будет. Ну, попробуй нас удивить. Постоянные поставки железа будут вам стоить 50% от дохода. Да ты рехнулся. Мы дадим вам 10%. Геральт, ты что? Тихо. С огнем играешь, деловой. Я вообще не должен с тобой торговаться. 40% – крайняя цена. Мы дадим вам 25%. Ты кто такой, чтобы ставить условия королю нищих? 35% – мое последнее слово. 25% и не больше. И скидки для вас в мастерской. Да ты спятил, бродяга. Ничего не выйдет. Пойдем, ребята. Нет так нет, что поделаешь. Геральт, что ты твой... Погодите! Будь по-вашему. Умеешь ты торговаться, заботливый друг. Мы согласны на ваши 25 плюс скидки. Согласен. Приятно иметь с вами дело. Ой, жесть. Что-то тебя переклинило по пьяни. Это территория тесака, нищеброд. Зараза, это еще кто? Люди тесака. Быстро он узнал. Где? Что нам делать? Убивай!
Алис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Зараза, это еще кто? Люди тесака! Быстро он узнал. Геральт, что нам делать? Осторожно! Вдруг они и там тоже! За мной! Ну ничего. Я надеюсь, нам это окупится. То есть мы можем рассчитывать на ваши поставки? За кого ты меня принимаешь? Дал я слово или нет? Но на вашем месте я бы нанял охрану. Никогда не знаешь, чего ждать от тесака. Может, ты дашь нам кого-нибудь в охрану?
Несколько говнюков тесака выжило, так что он наверняка уже обо всем знает. Охранников у меня для вас нет, так что на вашем месте я бы залег на дно, хоть на время. Спасибо тебе, Жесть. Рано или поздно начальство договорится, и вас оставят в покое. Только до тех пор надо дожить. Ну, что теперь? Пока мы тут ля-ля, дружок-то твой смылся. Зараза. Эй, подожди! Удачи! Хатори, подожди! Хочешь перепихнуться? А я все... Ну и пёх. В таких замечательных природных условиях... Самая знаменитая проблема... Какая? Это пассифлора. Но есть ещё хромоножки, которые... Хатори, ты там? Отвори! Ним жизнь! Оставь меня в покое! Не глупи, впусти меня! Никогда! Я отсюда не выйду до Мидинвайрне! Прости, Геральт. Это была ошибка. Вести дела с этими бандитами... Поздновато раскаиваться. Король нищих наладит тебе поставки. И что тогда? Чем ты собираешься ему платить? Во что я ввязался? Геральт, ты обязан мне помочь. Нет, не обязан. Я ведьмак, а не охранник. Вот именно. Ты мог бы подыскать мне охранника. Геральт, умоляю, они ведь убьют меня. У тебя есть кто-нибудь конкретный на примете? Есть такой наемник. Сукрус. Он часто выпивает в Иситре. Это старый пират со Скеллиги. Здоровый, как амбар. Такой даже дюжины тесаков не побоится. Ты не можешь сам с ним поговорить? Понимаешь, мы расстались немного в ссоре. То есть он требовал премии, а я... А ты ему не заплатил, отлично. И что ты предлагаешь, мне еще и денег ему дать? Вы наверняка договоритесь. Геральт, не оставляй меня так. А я всего одну и пил. Можем сделать это здесь? Или пойти? Глазище у тебя змеиное. Хочешь подзаработать? Я бы не пропал. Били его или сам? Лучше не вмешиваться. Куда прешь? Не видишь, мы разговариваем. Так это был разговор? Не твое собачье дело. Тоже в рыло хочешь? Yeah!
Прости, но ты сам напросился. Геральт меня зовут. Сукрус, а ты, приятель, молодец. Заполируем пивком? Идем, внутри поговорим. Геральт, что тебя сюда привело? Из-за чего ты с купцом-то подрался? Эх, где были глаза у моей сестрички, когда она шла замуж за этого хряка? Он твой зять? Зять, не зять, один хрен. Сперва подлизывался. Привези меды со скеллиги, оба разбогатеем. А как я расстарался, так все больше про непредвиденные обстоятельства, стоимость хранения и всякие нет ты, брут ты. Фу. Хуже нет, чем вести дела с собственной семьей. Золотые слова, друг. Я ищу охранника. Ты не интересуешься? Отчего нет, если есть деньги? Вот прямо сейчас нету. А, значит, бартер. Я тебе, а ты мне. Хаттори, я тебя убью. Ну, допустим. А что ты предлагаешь? Зять мне денег должен. Верни их, тогда и поговорим. Ах, зараза. Ладно, я этим займусь. Где его искать? А тут недалеко, в доках. Знаешь что? Мне уже до мачты эти его деньги. Так что, если ничего не вернешь, то и ладно. Так что сделать-то? А разнеси ему весь запас меда, который я привез с Анскеллига. Ребячество какое-то. Да, зато все по справедливости. Чем сразу по возвращению. Браво, ведьмак! У меня есть идея, что я следующий баланс. Надо нажраться, как свинья. Замечательно! Чего, мастер? Сынок, не нарывайся! Умный клиент. Приветствую. Я поручитель господина Сукруса. Пришел, чтобы... Господина? Хама, а не господина. Неграмотные дел не ведут. Передай, что я ему заплачу, когда на Скеллиге вырастут пальмы. Из-за чего вы поссорились с Сукрусом? Я, видишь ли, решил возить сюда мед. Гиблое дело, скажу я тебе. Такую пошлину тут захерачили, что у меня аж яйца сжались. Вот я и заплатил этой деревенщине по договору за вычетом пошлин. Скорее на Скеллиге вырастут. Знаю, знаю. На Скеллиге выросли пальмы. Заплати Сукрусу. Не может быть. Конечно, я заплачу Сукрусу. Может, аккредитив? У Вивальди, да? Так я уже бегу. Безбожник! Сука! О, да! Укрась мой день! Уладим все по-быстрому. И быстро, и больно. А? А?
Привет. Салют. Как там дела, Геральт? Я все устроил. Он сказал, что выпишет тебе аккредитив в банке Вивальди. Правда? Золотой ты парень. Ну так что, кому звездюлей-то ответить? Пока что надо просто присмотреть. Есть такой мечник, вы, кажется, знакомы. Эйвор Хаттори? Эльфишка-то? Он меня как-то на топорах развести хотел, курица Дрена. И что, ты на него работаешь? Можно и так сказать. Мы вместе ликвидируем монополию на кузнечные услуги в Новиграде. У-у-у, это дело хорошее. Раз уж ты за него ручаешься, друг, то почему нет? Соберу только пару ребят, и можно идти. Все, Ром. Водяры мы. Скучно, мать его, идти. А он как ни в чем не бывало. Страшно. Рома и ужина не отказывали. Вечный огонь не схранил. Ну и такой вот ведьмак иногда тоже. Черное? Рядание? Я башка-то как крутится. Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит. Не задерживаться! Геральт! У меня все не было случая поблагодарить тебя за помощь. Мне такая выгода даже не снилась. У меня кое-что для тебя есть. Спасибо. А что с Сукрусом? Теперь у меня есть чем ему заплатить. Можно у тебя сейчас что-нибудь заказать? К сожалению, нет. Мне кое-чего не хватает. Дай угадаю. Все сырье у Эрнста Ван Хорна. Верно. Он скупил все по низким ценам, когда многие мечники бросили ремесло. А теперь сидит на запасах, как курица на яйцах. А вот если бы... Нет, ты наверняка не согласишься. На что я не соглашусь? Я знаю, где Ван Хорн держит все свои запасы. Ему за всю жизнь столько не использовать. Может, как-нибудь позаимствовать немного? Во что ты меня опять впутываешь? Я уже понял, что когда ты говоришь «одолжить», то имеешь в виду «украсть». Обокрасть вора — не грех. А что, та самая легендарная справедливость? Ах, во что я опять ввязался и зачем? Как это зачем? Лучший на свете меч! Доспехи, требушеты, катапульты! Ну хорошо, допустим, я соглашусь на это безумие. Как ты себе представ... Склад Ван Хорна находится в доках. Материалы чертовски тяжелые. Пусть Сукрус возьмет своих ребят. И вот еще что. Нужные мне ящики пахнут нашатырем. Привет. Здорово, Геральт. Как дела? Хаттори выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху нашатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом со сетром. Хорошо, когда? Ну, как когда? Как стемнеет. Там и увидимся.
Чтоб тебе домовые всю насрать. Давайте выпьем. Она же эй, ты! Видел тут можем сделать это здесь или пойти к нам? Ну и улыбка, как лопнувший шрам. Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать, а мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Ладно, а что делать, когда я закончу? Да просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. О! Чтобы не получилось так, что когда проиграете, вдруг окажется, что вам нечем заплатить. Во-первых, я тебе не проиграю, а во-вторых... Что такое? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолюд, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Етить колотить, хватит вздор-то нести. Я же его знаю, это же ведьмак Геральт. Что слышно, сударь-ведьмак? Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолюд, не слушайте его. Зачарует он у вас собачий хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина мой кореш! Уматывай отсюда, пока я добрый! Быстро! Абракадабра, чары-мары, фокус-покус. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ванхорна? Чего я ищу, тебя не касается. Но ты должен меня впустить. Путь свободен. И где тут материалы? Кажется, здесь. Действительно воняет нашатырем. Теперь все, осталось только дать сигнал. Что, не знаешь, чей это склад, козлоёб? Эй, Геральт, тут эта срань, про которую нам Хаттори говорил. Он же вроде с тесаком спит, или как-то так? Сукрус, что ты тут с этим колдуном? Я все понял. Ну ты меня и разыграл. Так вас Хаттори послал? Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповиной не удушила.
Но сперва мы вас крабом скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло. Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятё, херач с нами грёбаных нордлингов. Давай, Геральт, вперед! Бей их, Сукрус. Тише! Ну что, паскуда? Таким махаром можно Нильфгард завоевать. Прости, Сукрус. Я люблю тебя как брата, немытая ты скотина. Мир. Эх, зятё, и зачем нам все это было надо? Ну, конечно, мир. А, где дракар, который меня сшиб? Не хочу портить вашу семейную идиллию, но что мы будем делать с Ван Хорном? А свезем его на Скеллиге, пока он не прочухался. Не будет он вам больше гадить. А там, глядишь, может, и дело какое развернем. Только ящики сперва надо Хаттори отвезти. Это верно. Мне к нему тоже надо бы заглянуть. Отродье. Стража! Я не хочу умирать! А когда ты последний раз мыл голову? Ненавижу, бляди. Порядок есть порядок. Приветствую, Эйвор. Гер, живой и здоров. Он самый. У тебя все в порядке? Лучше и быть не может. После того, как уехал Ван Хорн, Тесак потерял всякий интерес к мечникам. Снова можно ковать мечи и не бояться, что мастерскую спалят. Я рад. А я-то как рад. Мне больше не нужен Сукрус. И я могу посвятить себя любимому делу. Спасибо, ведьмак. Покажи мне свои товары. Сделай для меня кое-что. Теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное. Разумеется. В конце концов, мы же договорились.
Заходи через несколько дней за новым мечом. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Мой меч уже готов? Да, смотри и восхищайся. Вот это всем мечам меч. Действительно, стоило ждать. Спасибо, Эйвор. Это тебе спасибо. За все. Будь здоров.